Ассаляму алейкум. Бангладеш очень шумная страна. Тут постоянно разные звуки нас преследуют. Постоянно бибиканье разных рикш, бибиканье автотранспорта. И кроме этого, еще попало на сезон, когда недавно были выборы. Выборы как-то прошли неудачно. И какие-то происходят митинги, крики, вопли, демонстрации. Вот ходишь по центру Дакки и слышишь постоянно вот такие вот крики, расходящиеся из динамиков. Иногда ходят толпы людей с какими-то портретами. В общем, довольны или недовольны, непонятно. Какой-то майдан постоянный. В общем, тому человеку, который не любит громких звуков, в Бангладеше находиться противопоказано. Бангладеш. Страна сама по себе очень небольшая, нелегко ее найти на глобусе или на карте мира. Площадь Бангладеша примерно как площадь Башкортостана и он меньше, чем Киргизия. А по населению здесь 168 миллионов человек. То есть по населению народа больше, чем у нас в России. То есть такое огромное количество народов живет на сравнительно небольшой территории. Вот такие вот таксисты здесь, микротаксисты, такие гробы на колесиках, ездят по улицам Бангладеш. Я тоже еду в таком гробе на колесиках. Конечно, решетка, как в тюрьме еще. Гроб, тюрьма. Удивительное дело. Единица скорости 5 км в час. Но зато едет, а не пешком идет. Страна такая, где повсюду видишь людей, и при этом люди-то, в принципе, неплохие. Люди улыбаются, люди довольны своей жизнью, как правило. Бомжей не очень много, то есть страна не настолько бомжовая, как могло бы быть при такой плотности населения. Вот так вот живет Бангладеш. Речной транспорт очень популярен. Судне смотрю, или оно тонет, что-то много воды из него выливается, кажется, он хочет утонуть, и в нем параллельно стираются. Их нагружают, кажется, по самую ватерлинию или даже больше, лишь бы побольше перевезти груза. Удивительно, как они еще не тонут, эти посудины. Ассаляму алейкум. Мы находимся сейчас в городе Дакки на крыше строящейся мечети. Тут в Дакке почти все строится постоянно, хотя и медленно. Мечети уже 6 этажей, тут и медресе, и другие помещения постоянно используются, но территории в Дакке не хватает, поэтому все здания растут не вширь, а ввысь, со скоростью там один этаж за 2 года. И сейчас я обитаю как раз в этой мечети, здесь же обитают и другие люди, которые распространяют ислам по Бангладеш. И в результате видим, как тут все происходит практически круглосуточно. Внизу гудки, бибиканье, внутри в мечети постоянно изучают Коран, хадисы. Живет город Бангладеш, все так происходит постепенно и очень интересно. Так что мир всем, желаем Бангладешу, конечно, мира, процветания, и чтобы они поменьше мусорили, потому что проблема, что очень много здесь в Бангладеш всякого неустроенности, мусора какого-то. Нужно, конечно, чтобы это все постепенно улучшалось. Сейчас мы находимся в городе Читтагонг. Это второй по величине город Бангладеш.
В отличие от Дакки, здесь более зелено. То есть в Дакки уже вообще ни одного пня не найти, все уже спилили на дрова. Здесь, в Читтагонге, еще есть небольшие зеленые области. Хотя, конечно, город тоже плотно застроен, много рикш, гудки, бибиканье. Но в целом еще небольшое количество зелени есть. Но вокруг находятся разные жители Бангладеш. Можно их увидеть. Вот, собственно, и они. Сейчас находимся напротив самой большой и главной мечети города Читтагонга. Здесь, в Бангладеш, мечети делают в основном без изысков, без каких-то архитектурных излишеств. Только с точки зрения функциональности, чтобы вместить как можно больше людей. И постепенно, с годами, все мечети надстраивают, делают там все больше этажей. Вот такая простая, функциональная и при этом очень полезная мечеть находится перед нами. Школа, бангладешская школа в Читтагонге. А сейчас мы находимся в школе в бангладешском городе Читтагонг. Попробуем немножко поучить детей географии, а также хорошим манерам, чтобы они мусор повсюду не разбрасывали. Посмотрим, что из этого получится. Хорошая страна Бангладеш, почти все это мусульманская страна, 88% населения это мусульмане, остальные индуисты, еще немножко буддистов и другие. Но вообще почти вся страна мусульманская, активно ходят на молитвы, мечети повсюду, мечети строятся постоянно, каждая мечеть в процессе стройки, там 3 этажа, 4, 5, и все они постоянно заполняются народом. Не только во время молитвы, бывает, что и между молитвами там учатся, учатся просто грамотности, учатся Корану. Многие люди в Бангладеш вообще неграмотные, бывает, что в Бангладеш мечетная школа, это единственное, где можно получить хоть какие-то знания бытовые. Но есть и обычные школы, можно пойти посмотреть, как люди там учатся. Конечно, все это довольно выглядит простецки, проще гораздо, чем у нас. Но зато народ оптимистичный, тут весело, дешево, приятно. Ну, конечно, порой запахи, звуки могут приезжего человека поначалу шокировать.